солнце, изумрудная вода. Перед нами немецкий остров Майнау на Боденском озере. А в нем давайте посмотрим. Административно остров Майнау принадлежит немецкому городу Констанцу и является частью его. Однако собственностью он является шведской семьи Бернадот. Именно этой семьей на острове создан огромный ландшафтный парк, оранжереи, многочисленные сады с тропическими и субтропическими растениями. Барочный дворец, а также дом бабочек, который мы увидим чуть позже. Но вначале я вас приглашаю в парк. Полюбуйтесь. Какие здесь чудесные розы! Как раз апрель, май они цветут. А вот и дом бабочек. Его архитектура напоминает саму бабочку. В нем находится около 80 видов различных бабочек. Экзотика полная, тропики и такие бабочки. А эта красавица просто громадина.
Уходя с острова, нас провожает шведский крест, установленный здесь с времен 1647 года. Барочный дворец с гербом семьи Бернадот. И мы прощаемся с островом.